В общем, принесли MacBook 14-дюймовый, модель, сейчас скажу, 2442, скорее всего, M1, может, M2, может быть, но, скорее всего, M1. Вот, смотрите, с какой проблемой. Его или его уронили, или на него присели, он до конца, видите, не закрывается. То есть у него получается... Крышка выбила петли, и он кривой вот так вот, как лодочка стал. Сейчас поправим петли. И, возможно, это уйдет, и он будет закрываться. Но это не точно, так что будьте аккуратны. Сделан он, конечно, изящно. Сейчас мы вот здесь раскрутим заглушки. И здесь раскрутим заглушки, ослабим петли и просто их перетянем по новой. Любые операции на отстегнутом шлейфе батареи. Тут их два. Сперва выстегиваем этот, выкручиваем заглушку винты, выкручиваем винт широкой шляпки, размыкаем контакт. Вот теперь можно будет заниматься нашими петлями. Теперь, чтобы сюда добраться, мы снимаем антенну Wi-Fi, выстегиваем здесь, здесь, винты здесь, здесь, и ее просто вот так вот снимаем и убираем. Теперь вот эти штуки над петлями заглушки мы теперь можем просто убрать. Этого. Видите, они уже легко снимаются. Я хотел без этой штуки снять, но не получилось. Все, сейчас мы вот эти винты сперва ослабим и перетянем. Будьте аккуратны именно от вот этих шлейфов дисплеев. Винты эти я ослабил. Здесь мы используем отвертку Т9. Ну, то есть вот. Ослабляем все, потом... Выравниваем по уровню корпуса, то есть сдвигаем вправо-влево, потом выравниваем по уровню и уже можем затягивать винты. Матрицу петли я выровнял, перетянул, но это не помогло, он, видите? Вот в этой части очень сильный перегиб идет. Поэтому собираю и отдаю как есть. Внутри он чистый, видимо, пользовались мало, то есть в профилактике не нуждается. Сейчас эти крошки просто уберем и ништяк. Так что связываться с таким, ну, не очень бы хотелось. Похудеть на дисплей. Вот, а дисплей здесь прилично стоит. Где-то в районе 600 тысяч тенге нашими. Ну, вот так у него, видите, так и останется. Выпрямлять крышку очень опасно, матрица может лопнуть. Поэтому не каждый пойдет на данный риск. Вот. Пишите в комментариях, что думаете. Поделитесь этим видео. Поделитесь этим видео.